Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я очень рада вас всех видеть. Приглашаю вас на прогулку по магазину «Унидом» по улице Григория Пономаренко, 41, торговый центр «Аллея», город Краснодар. Ну все, мне однозначно нравится этот магазин. Только посмотрите, какая красота на входе. Здесь такой огромный ассортимент товаров для дома, от посуды до новогодних украшений. Искусственные елки тут тоже продаются, но цены не бюджетные. Хотя, скорее всего, стоимость за такую высокую ель вполне себе реальная. Ну все, пойдемте скорее смотреть, что тут есть в магазине. И сразу же на входе в Унидоме представлены уже готовые идеи подарков. В виде керамических форм для запекания на выбор в двух видах, прямоугольная и овальная. Вот такая форма для запекания размером 30×20, 799 рублей. Прекрасный подарок, мне кажется, если кому-то подарить, будут очень рады. А тут вообще выгодное предложение. За 999 рублей блюдо и сковородка. Дорогие зрители, начинаю свой обзор из отдела с посудой и хочу уделить особое внимание праздничной новогодней коллекции посуды. Посмотрите, как много здесь красивых оригинальных тарелок, салатников, чайных сервизов. Все это выполнено в самых разных стилях и расцветках, так что каждый найдет что-то для себя. Вся посуда в магазине выполнена из керамики или фарфора. В традиционных новогодних рисунках с ветками ели, шишками. Был даже новогодний сервиз с изображением Дед Мороза и Снегурочки, снеговика. Покажу далее поподробнее. Надеюсь, сцены все видны. Пока мы рассматриваем всю эту красоту, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте класс и комментируйте видео. Всегда приятно получать обратную связь от вас. Также приглашаю вас на свой дзен-канал, ссылку оставлю под описанием этого видео. Настойки с кружками всегда разлетаются глаза, не знаешь, что хочется, хочется набрать всего и сразу. Попадаются, кстати, некоторые товары на супер цене, это означает то, что по карте будет скидка определенная. Посмотрите, какой большой выбор всех кружек, баночек для хранения сыпучих, чашечек. В общем, все тут есть. А вот эта красивая новогодняя коллекция, чайная пара, лесная сказка, выполненная из фарфора, такая качественная печать рисунков, просто загляденье. Давайте обойдем стойку с другой стороны, а тут представлена новогодняя посуда с традиционными рисунками: Дед Мороз, Снегурочка, елка. Просто красота! Смотрите, какое блюдо, где Дед Мороз с тройкой лошадей. А к дополнению новогоднего подарка можно подобрать вот такой набор полотенец подарочной упаковки размером 40×60 турецкого производства, 100% хлопок. Также в магазине продается не только искусственные елки, посуда и украшения, но еще можно найти здесь электрические камины. Вот такая вот красота представлена в магазине. Далее пойдемте погуляем по магазину и хочу отметить то, что все в магазине расставлено аккуратно, все цены читаемы, продавцы-консультанты ненавязчивы, но всегда могут проконсультировать и помочь вам с выбором. Я хочу пожелать вам приятного просмотра, пока мы будем более подробнее рассматривать всю эту красоту. Пишите комментарии, если не подписаны, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый интересный обзор.
на некоторый ассортимент товара в магазине, а именно стеклянная посуда, блюда и салатники, сейчас супер цена. Очень красивый набор графинов. В наборе графины 6 кружек. Цвета на выбор. Средняя цена 3000. Смотрится очень оригинально, красиво, празднично. Также помимо стеклянной посуды, которая на супер цене, можно найти скидки на керамику. Ну и в этом же магазине есть более дорогостоящие товары. Например, такие минажницы за 4500. Что-то, мне кажется, очень завышена на нее цена. А вы как считаете? Далее вот такие блюда популярные сейчас. Очень красиво выглядит подача блюд на такой тарелке. Ой, а на этой стойке это моя любовь. Как мне нравится в этом стиле посуда белая с деревянными вставками. Тут настолько широкий ассортимент, что можно найти и масленки, и банки для хранения сыпучих продуктов, и даже вот такие маленькие беленькие чашечки для кофе. Очень смотрится стильно и симпатично. Лично мне очень нравится в этом стиле посуда. Стараюсь все покупать именно из этой серии. А напишите в комментариях, нравится ли вам такой стиль. Будет интересно почитать.
А тут, смотрите, пока гуляем по магазину, обратила внимание на такие керамические чайники в такой яркой и веселой расцветке. 594 рубля всего лишь на 900 миллилитров. Также помимо посуды, салатников и прочей кухонной красоты, в магазине можно найти корзинки плетеные для хранения вещей, всевозможные стеллажи, кашпо для цветов. В общем, тоже большой выбор всех товаров для дома. Еще смотрите, что нашла в отделе с формами для запекания. Вот такой набор из 4 предметов, формы для выпечки из керамики. Идет в комплекте одна форма на 0,9 литра, вторая на 1,5 литра. Цена 899 рублей. И к этим формам еще прилагаются такие бамбуковые подставки. Мне кажется, такую цену очень даже это выгодный набор. Далее сейчас в своем обзоре покажу очень интересную яркую посуду. Прям такую, хочу вам сказать, нигде не встречала, ни в одном магазине. Хотя посещаю магазины довольно-таки часто. Но мне тут понравилось прям и расцветка, и качество. Это все из керамики. Сейчас вот мы смотрим стойку более осенним принтом, а далее покажу уже в других расцветках варианты посуды. Так что усаживайтесь поудобнее, начинаем все подробнее рассматривать. Вот эта посуда очень интересная, прям какая-то у нее текстура такая шершавая, смотрится, скажите же, очень обалденно, необыденно и непривычно. Мне кажется, при подаче очень будет смотреться эффектно на каждом столе.
Да, в этом магазине, конечно, огромный выбор керамических форм для запекания. Да по еще по таким приятным ценам, за такую большую форму. И расцветки, между прочим, интересные. Далее покажу, какие тут наборы для сыра продаются. С предметами, и с ножичками, и с вилочками. Тоже, кто любит, выбор есть. А тут стеклянные чайники. Тоже выбор настолько большой, что найдет каждый свой любимый по вкусу чайник. Нравится мне вот этот вот, больше напоминает индийский чайник. Цена его всего лишь была 599 рублей. И далее еще смотрите, какая красота. Стеклянный чайник, но не просто стекло, а с оттенком. С такой вот стразинкой наверху. Мне кажется, смотрится очень стильно и оригинально. Также в отделе кухонных мелочей в Унидоме можно найти такие товары, как вилки, ложки, терки, лопатки, набор для специй на деревянной подставке, большой выбор металлических баночек для хранения сыпучих продуктов, чая. В общем, выбор тут огромный и широкий. Также есть небольшой отдел с текстилем. Тут можно найти полотенца, пледы, постельное белье, тапочки и даже декоративные наволочки на подушке. И, конечно же, в этом магазине также есть декор для дома, а именно вот такой выбор здесь ваз, вазы из стекла и из пластика. Так, а я надеюсь, вы со мной еще ходите по магазину. Тогда пойдемте, зайдем в отдел с кружками, посмотрим, какие кружки там продаются, и уже потихоньку будем уходить из магазина. Я хочу пожелать вам удачных и, самое главное, выгодных покупок, поздравить с наступающими праздниками. Надеюсь, вам понравился этот видеообзор, эта прогулка по магазину, и вы что-нибудь себе присмотрели. Буду благодарна за ваш лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. И до новых встреч. Спасибо большое за просмотр.